очень удовлетворен первыми днями консультаций, поскольку они показали, что такая консолидация на базе реальной программы, программы, которая действительно может дать результат, возможно. Второй процесс, который при этом параллельно проходит, это процесс политической торговли и дискуссий, в которые меня безуспешно пытаются втянуть. Могу совершенно однозначно сказать, что это ни у кого не получится. Кто без карточек желал бы проголосовать? Мы оцениваем обстановку как очень тревожную и считаем, что исключительно ответственный момент в жизни страны не менее драматический, чем накануне октября 93-го и чеченской трагедии. Ставлю на голосование принять за основу данный текст постановления. Принимается. Уважаемые депутаты, у меня к вам большая просьба. Олег Викторович Морозов, с Министерством обороны России организуйте разъяснительную работу по данной программе. Приглашение президента провести такую встречу, по сути дела, в формате известной четверки, можно рассматривать как ответ, как реакцию президента Ельцина на призыв Совета Федерации и Государственной Думы посоветоваться перед голосованием по кандидатуре Сергея Кириенко. Да, пресса пускай поснимает общий сейчас фон, а потом уже мы дальше пойдем еще процесс, так сказать, подготовки. Но самое главное, а другие, те, кого могут предложить вместо него, намного хуже. Намного. Не на 5%, не на 10%, а на 90%. На 150% хуже его. Поэтому у фракции нет никакого смысла отказывать доверие Кириенко и ждать следующего претендента. Серьезных действий по стабилизации государственных финансов, если это делать по федеральному бюджету. Вот давайте, у нас есть такая любовь по отношению к людям, которые перестали работать. Мы быстро забываем все хорошее и начинаем помнить только все плохое. Это будет очень неприлично и как бы нечестно на самом деле. Потому что правительству, и в том числе Виктору Степановичу Черномырдину, удалось сделать очень много. Надо менять аппарат. Спасибо.